Вот это работа, которую я подарила вот своей лучшей подруге. Вот она сидит. Вот это я делала недавно. Кошечку тоже выжигание по шелку. Выжиганием по шелку Аня увлекается уже 5-й год. В этом деле, говорит девочка, главное терпение и практика. На изготовление одного такого шедевра у рукодельницы уходит около 30 минут. Раньше уходило несколько часов. Свою первую работу, вот эту кошечку, Аня создавала почти целый день. Когда картина была готова, девочка поняла, это талант, который нужно развивать. Наверное, руки золотые. Вот поначалу не знаешь, как паяльник повернуть, как что. С кожей не знаешь, как поначалу обращаться, а потом уже привыкнешь. Иногда бывало, обжигалось, но ничего, не больно. Творческие работы Ани можно найти в любом уголке дома, в спальне, гостиной и даже на кухне. Часть из них украшает интерьер уже не 1-й год. Однако увидеть здесь можно не только салфетки из шелка. Еще одно увлечение рукодельницы – лепка из соленого теста. Эту картину с морскими обитателями Аня сделала в 10 лет. Эта работа моя самая любимая. Я еще ее делала очень давно, вообще давным-давно. Как приехала, я ходила еще сначала на соленое тесто. Ну, она, конечно, на выставку не попала, но все равно вот украшает наш интерьер. Эта работа на городские выставки не попала, зато попали многие другие. Об этом свидетельствует папка с грамотами и дипломами за участие в выставках и конкурсах. И не только по рукоделию. Здесь грамоты и за успехи в спорте, и за активное участие в жизни школы и летних лагерей. Воспитатели говорят, с ответственностью Аня подходит к любому делу. Девочка, она очень самостоятельная. Ее никогда не нужно заставлять что-то делать. Она обязательно. Она знает, что надо, и всегда пойдет и сделает все сама. Первая помощница дома. У нее развиты лидерские качества. Ей можно доверить организовать детей. В детстве мечтала стать воспитателем, потому что очень сильно команда, даже сейчас. Всегда девочки-то, допустим, что-то там оставят не на месте. Я говорю, девочки, уберите. Хорошо с ними все. А мальчики так не слушаются. Ну, говорю им, не шалите там, ну, не ругайтесь. Ну, как воспитатели, короче. Сегодня будущий воспитатель Аня вместе с лучшей подругой Оксаной, как обычно, отправляются на кружок по рукоделию. Там девочкам нужно закончить совместную работу по выжиганию. Эту скатерть рукодельницы скоро отправят на областной конкурс декоративно-прикладного искусства. Больше всего Аня мечтает, чтобы их работа заняла 1-е место. Но еще больше девочке хочется, чтобы в ее жизни появились люди, для которых она могла бы мастерить свои неповторимые работы. Просто так, без повода, в подарок, чтобы украсить еще одну пустую стену в доме. Если вы хотите принять участие в судьбе Ани, обращайтесь по телефону 314.